Дорогие дамы и господа, сегодня очередной видеопримерок платьев к Новому году. Последнее. Я обещаю вам, это последнее. Больше мы примерять больше не будем. Вернее, будем, но не платьев к Новому году. И я вас беру в канадский магазин. Называется он Le Chateau. Вот такое вот французское название. И как вы видите по полкам, сначала я так прошлась по обуви, по аксессуарам. И видите, что это царство блесток и страз, и, в общем, захватывающее зрелище абсолютно. А вот это, значит, пояса у них такие. Я, конечно, сорока, и оторвать себя от этого стенда я вообще смогла с трудом, потому что здесь как бы, ну вот, все, что я люблю. Много-много страз, много-много блесток. И я бы даже сказала, это больше такой даже свадебный вариант, чем праздничный новогодний. Ну, вот такой вот они продают. Ну, правда же красиво. Ну, сорока, красиво, люблю. Дальше там будут такие сумочки вечерние. Сейчас я обойду этот стенд. Ой, нет, еще все никак не могу оторваться от него. Я еще нашла блестюшки очередные. Я помню, что снимала, и дальше вот будут сумочки, которые... Да, вот тоже, значит, блеск, красота, лепота, вообще невозможно глаз оторвать. И, в общем, все это очень красиво, очень празднично, но уж совсем. Для празднования Нового года дома мы еще, может быть, наденем красивое нарядное платье. Но вот такой вот клатч. Ну, с другой стороны, это же не последний Новый год. Господи, дай бог, не последний. Очень надеюсь, что в следующем году нам понадобится вся эта красота, все эти блестки. Ну, справедливости ради, я должна сказать, что в этом магазине продаются не только новогодние праздники, наряды и аксессуары, а также обычная вот обувь. Ой, опс, Гуччи, да? Ой, почти что Гуччи, но не совсем. А, да, ну, в общем, обувь и обычная такая другая одежда, но мы сегодня сфокусируемся с вами на новогодних аутфитах. И, как я обещала, последний раз больше не буду. Все, честное слово. Итак, приятного просмотра. Всем привет, дорогие дамы и господа! Мы находимся в примерочной магазине Le Chateau. Вот так он называется. Это фанатский магазин. И это бренд, который был основан в французской Канаде. Ну, по названию вы понимаете, да? Le Chateau – это французское слово. Означает дворец, замок. Поправьте меня. Я не очень. А здесь такая маленькая примерочная и очень-очень тесно, и все вокруг меня бегают. Я стараюсь говорить тихо, может быть, слишком тихо, но я постараюсь говорить громче. Я сегодня черно-белая. Что-то меня потянуло на черно-белые цвета. Потом все-таки зима, но как бы я стараюсь зимой продолжать быть, носить яркую одежду, но не всегда получается. Значит, я набрала здесь, ну вы видите, да? Катастрофа, размеры катастрофы. Все блестит, блестки, вот так вот меня пробило на Новый год меня пробило на Новый год. Вот это вообще зеленая, как елка. Цены безумные здесь, но на самом деле здесь тоже все по 50-70% сейл, скидки. Размеры все я взяла large, потому что, если честно, все вот эти узкие платья, мне кажется, что они очень маленькие. Ну, как бы, давайте будем примерять. Я сейчас только сниму пальто, покажу, что у меня под пальто. Если вам интересно, конечно. Черно-белое я сегодня. Даже скорее черное, чем белое. Ботинки фигуристы. Здесь страшно тесно. Я постараюсь вам себе показать. У меня атласная юбка сатиновая. Такой же, типа, сатиновый свитер. Но у него, знаете, спина... Ой, сейчас. Спина и рукава свитер, а спереди вот такой вот сатин. И такая цепь у меня сегодня. И причесочка, которая называется бардак на голове, чтобы был не виден, его закручивают вот в такую вот прическу. А, и ботинки-то. Все, давайте мерить. Ну что, начнем с первого платья, прямо с него. Сейчас будем веселиться. Распустила я свои косы, чтобы выглядеть более празднично. Ну что? Размер large. Он мне здесь немножко великовато, но вот тут
по бедрам в самый раз. Конечно, сверху здесь большое, но мне и эти рукава длинные. Но смотрите, здесь не просто все так. Опа. Секси-шмекси. Ну что, девочки? Здесь тоже такое, знаете, вот рюшь такая идет по этому самому по боку, чтобы скрывать салат оливье. И блестит оно, конечно, знатно. Цвет, конечно, красивый, зеленый. Ну что скажете? Как елочная игрушка, да? Платье номер два. Аж у меня голос пропал. Так, где цена? Цену я не вижу. Вот такое вот все, вот эти все блестки с него сыпятся, осыпаются. И я думаю, что вот это вот будет меня очень обтягивать все. И я вам должна показать, что это платье с сюрпризом. Сзади у него голая спина. Но вот здесь вот очень-очень вдумчиво продумано и сделана такая вот перепонка, чтобы, во-первых, чтобы она не свалилась у вас, во-вторых, чтобы прятать лифчик. Молодцы, молодцы. $190. Меряем. Ну что, блестю я знатно. Я хочу сказать, что пока я его надевала, мне насыпалось столько этих блесток на пол. Половина блесток сыпалась с ней. Я бы хотела посмотреть, как это выглядит сзади. Но я не знаю, если мне получится себя снять. Сейчас, минуточку. Сначала спереди. Живот торчит трохи. Вот размер ларч. Видите, да, какой он? Так, снимаю себя сзади. Что, это жить холодно, правда? Совершенно голая спина. Да, ну, в общем, шпекси. Горячая штучка. Ну хорошо, у меня все равно волосы, я своими волосами все равно все закрываю. Все, то есть, если это платье покупать, то нужно вот так вот делать прическу. В общем, вы понимаете, да? Не просто так вам все. Ход кутюр. Платье номер три. I'm good, thank you. Thanks. Платье номер три. Такое совсем открытое летнее. Размер тоже large. Вот оно стоит $100, и на него еще скидка 50%. Вот такой вот фасончик. Тут так непонятно. Сейчас я вам надену, посмотрим, покажу. Платье номер три имеет такой неслабый декольтаж. Ну, ладно, на Новый год сгодится, пускай. Здесь такая вот фантазия дизайнера. Все оно тоже такое в сборках, все блестит, цветочек. Ну, я жду вашего вердикта, девочки. Тоже секси-шпекси. Они все такие прям, знаете, такие прям. Сексуальные. Так, еще одно платье в блестках. Это, по-моему, вообще размер экстра-ларч, потому что ларч не было, и я взяла, что было. Сейчас посмотрим. Да, экстра ларч. $119 она сейчас. Тоже все такое в блестках. Я еще вся в блестках от того платья. Я его сняла, и я поняла, что у меня все осталось в этих блестках, которые на нем бурно насыпаны, а на этом насыпано еще сильнее. Ну, померим, да. Интересно.
Нет, ну экстра ларж мне явно большое. Я его тут вот держу, чтобы оно с меня не падало. Но в принципе должно быть вот так вот, чтобы оно вот так вот сидело по плечам. То есть мне надо так делать руки, чтобы оно не упало с меня. Хотя вот тут посередине. Меня пугают эти размеры. Ларж, экстра ларж, девочки. Ну ладно. Причем это не H&M, это не какой-то такой магазин молодежи. Магазин для дамочек взрослых. Но всегда размер побольше. Кончатся праздники, мы с вами садимся на диету. Ну что? Красиво, да? Блестит, да? Большое, конечно, здесь. Но знаете, что если бы оно не было так велико, не здесь, надо себе так вот собрать, не смешать сейчас. Вот если бы оно было поуже, то было бы неплохо, совсем неплохо. Мне даже нравятся вот эти блестки. Они, конечно, все очень дорогие, эти платья. Конечно, не обрабатывают дорогие. Но потому что это канадский бренд, и шьют они все это в Канаде, надежно. А может и нет. Я сейчас посмотрю. Мне интересно, за что такие бабки дерут вообще. Короче, я вся в блестках, полвесть в блестках. Вы даже себе не представляете, сколько блесток сыпалось с меня во время примерки этого платья, этих платьев всех. Весь этот блеск, это вот только что пайетки не сваливаются, а вот эти два платья, это ужас. Я, кстати, вам сейчас расскажу историю про блестки. У меня сын, когда ходил на выпускной вечер, или подруга, она была вот в подобном вот таком вот платье. Ну, они там танцевали, обнимались, в общем, все. И, короче, после выпускного его весь костюм был плотно, просто вот так вот плотно усыпан вот этими вот блестками, которые, знаете, как блохи. Их невозможно снять никаким образом. Я носила их в химчистку, они не взялись. Они сказали, что это нужно сидеть и вот просто вот так вот счищать. У него был шерстяной костюм, темно-синий. И он был весь вот в этих как блесток. Что вы даже не представляете, что мне стоило его почистить. Я, наверное, 2 дня сидела и занималась тем, что я его вот так вот скатывала с него вот эту вот всю эту мишуру. Так что, девушки, когда вы покупаете платье с такими блестками, думайте о своих кавалерах. Потому что их костюм будет испорчен. Если у него нету мамы, которая будет сидеть и 2 дня скатывать блестки своего костюма, то костюм пропадет. Даже химчистка не взялась. Все, девочки, на сегодня все. Вы просили меня показать канадские магазины. Я вам показала вот этот вот канадский магазин. Называется Le Chateau. Еще раз. Французский, то есть французской Канады. И вот такие у нас были примерки. Пишите, что вам понравилось, что вам нет. Я думаю, что вам все не понравилось, потому что это такой, знаете, фасон такого сельпо за цены хорошего такого дорогого бренда. Но так мы живем в Канаде. Все, увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Пока-пока-пока.